коронавируса с другой болезнью – синдромом Бравл Старс. От него теряется рассудок, и если пустить все на самотек, в будущем не исключены куда более тяжелые последствия, вплоть до инфаркта. Страдают в основном дети. Раньше такие случаи встречались крайне редко, но с началом пандемии резкий рост сразу в нескольких странах. В том числе и у нас, расскажет Лилия Сильверова. С виду обычная игра, на деле настоящая болезнь. Бравл Старс сейчас становится настоящей эпидемией, поражающей в основном детей, а также небольших количеств взрослых. Эта болезнь появилась 12 декабря 2018 года и началась сильно распространяться с приходом коронавируса. Ученые считают, что эта связь не случайна. Заражение происходит сразу после захода человека в игру. Для игрока открывается множество различных бойцов, режимов игры и карт. Выполняя квесты, игрока затягивает все больше в игру, и он все больше теряет связь с реальностью. На этих кадрах молодой человек встает на колени перед этой игрой. Она буквально заразила и охватила его мозг. Слабонервным лучше не смотреть. Бравл Старс, it is my life! И это еще далеко не вершина айсберга. В игре существует понятие лего, так называются персонажи, которых нужно выбивать из различных ящиков и сундуков. Именно это заставляет все больше и больше заходить в игру и играть. Шанс на это очень низкий, поэтому лего олицетворяет божество для зараженного Бравл Старсом. Не получив лего, человек впадает в гнев, а затем в глубочайшую депрессию, из которой не могут вывести даже самые квалифицированные психологи и психотерапевты. Но при этом, получив лего, последствия не намного лучше. У человека просто атрофируется мозг, и он превращается в подобие животного. У нас есть некоторые секретные кадры, что же происходит с человеком, получившим лего. Слабонервно настоятельно просим отойти от экранов. Либо, не, либо еще один эпик, либо мифик. Гаджет. Либо... Гаджет, либо мифик. Давай. Выпадет, то ты мне ставишь 5 лобунов. Если не выпадет, я тебе ставлю. Так. Как бороться с этой болезнью, пока никто не знает. Вакцины от нее не существует, вылечиться от нее невозможно. Ученые предвещают, что это может стать настоящей чумой 21 века, похуже коронавируса. Чтобы ей не заразиться, настоятельно просим вас избегать общения с зараженными Бравл Старсом и самим ни в коем случае не заходить в эту игру. А если все-таки случится такая ситуация, обязательно при себе имейте маску и перчатки.